В разнообразных спортивных состязаниях активно участвуют славянские паралимпийцы, добиваясь хороших результатов. Одни из последних соревнований прошли в зачет спартакиады среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья. Подробности в материале Андрея Вишневского. Физическая культура и спорт в нашем районе очень популярны. И для многих людей они дают редкие возможности для полноценной жизни и открывают новые горизонты. Поэтому совсем не удивительно, что все, кто может, принимают активное участие в соревнованиях. Это соревнование среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья города Славянска на Кубани под названием «Паралимпийские игры». Мы очень гордимся достижениями наших паралимпийцев, и поэтому стараемся поддерживать адаптивный спорт, развивать его в нашем городе. Мы очень рады, что у нас, как всегда, очень много участников, и сегодня они встретятся в таких спортивных видах, как настольный теннис и штрафные броски, баскетбольное кольцо. В ходе соревнований в спорткомплексе «Лидер» паралимпийцы общаются. Соперничество в спорте совсем не мешает им поддерживать друг друга и просто дружить. Незабываемые положительные эмоции получают спортсмены, борясь за лидерство. Мне очень нравится принимать участие в соревнованиях, потому что это всегда спортивная борьба, это всегда общение со спортсменами. Все очень друг друга поддерживают, хоть и соперничаем друг с другом, но всегда поддерживаем друг друга. По итогам соревнований были определены лучшие спортсмены. Победители и призеры награждены грамотами и медалями. А самое главное, все участники состязаний получили прекрасный заряд бодрости и хорошего настроения. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».